Дорогая церковь, братья и сестры, мы вас всех приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа. И также все гости, которые сегодня посетили наш молитвенный дом, мы вас рады видеть. Наступил час, когда мы пришли в дом молитвы для того, чтобы поклониться святому имени Господа Бога нашего. Псалом 120. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Я хотел бы, чтобы мы сегодня, сейчас, находясь в молитвенном доме, могли отложить наши телефоны, нашу суету, мысли, которые связаны со всей суетой, и возвести очи наши Господу Богу, откуда приходит помощь наша. Склониться перед Ним, попросить у Него благословения на утреннее богослужение, на всех, кто будет участвовать, на всех нас, слушающих, чтобы в эти утренние часы мы могли прославить Его и найти в своем сердце место для общения с Богом в молитве. Мы будем молиться. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарны Тебе за то, что Ты продлил дни жизни нашей, за то, что мы сегодня можем находиться в молитвенном доме и склониться перед Тобою. И это великая милость и благодать, явленная Тебя. Мы благодарим Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, который пришел на эту землю для того, чтобы умереть за наши грехи. Мы благодарны за то, что Он зашел на место лобное, и там был распят за наши грехи. Мы благодарны за то, что Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Благодаря смерти и воскресению Господа Иисуса Христа сегодня на этой земле есть христиане. Сегодня мы свидетели тому, что Ты живой Господь Бог наш. Сегодня мы свидетели тому, что Ты спасаешь каждого желающего прийти к Тебе. Народ Твой сегодня находится в молитвенном доме. Мы все желаем поклониться Твоему святому имени. И мы просим, чтобы Ты благословил наше нахождение и наше богослужение здесь. Благослови, Господь, всех, кто сегодня будет участвовать. Благослови оркестр, благослови братьев, которые будут сегодня открывать Священное Писание, чтобы проповедовать. Благослови нас, слушающих, чтобы, вникая в Слово Твое, слушая Слово Твое, оно для нас было живым, действующим, изменяло нас, и чтобы приготовляло нас к Царству Твоему Небесному. Покамись мы на пути. Мы нуждаемся в Твоей помощи, в Твоей защите, в Твоем ведении, и поэтому, склоняясь перед Тобой, мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил народ Твой, церковь Твою в доме этом, в доме молитвы. Да будет Тебе слава за все, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Мы с вами вместе будем петь христианский гимн «Христианин, неси огонь чудесный свой». Который градусы
собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца, в котором радость без конца. И если станет очень тяжело тебе, суровый мир гасит огонь, не унывай, ведь любящий Господь с тобой, Он сохранит светильник твой. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца, в котором радость без конца. Дорогая церковь, мир вам. Я хотел задать такой вопрос с утра перед проповедью. Хотел спросить, кто из вас сильно соскучился за холодной погодой, и видно, кто-то сильно молится, чтобы она вернулась. Я хотел бы узнать. Я вчера сидел и проверял телефон, я погоду часто смотрю и вижу, что что-то весна еще не готова полностью к нам вернуться. И сегодня утром, может, почувствовали вы, когда выезжали с вашего дома к дому молитвы, что еще Миннесота показывает, что она может всегда меняться. Но, слава Богу, мы служим Богу, если мы будем, если мы заметим, что наш Бог, Он не меняется, Он постоян. Его слово не меняется, то, что он говорит, не меняется, и слава ему за это. Я сегодня хотел бы тему проповедовать на такой теме «Внимательность». Братья в Video Room, если вы бы могли, я надеюсь, что получится высветить ту фотку, которую я вам выслал. Я хотел бы показать вам, братья и сестры, такую картину с утра. Вот эту картину, зеленую.
Я бы хотел, чтобы вы пару секунд взяли и посмотрели на эту картину и подумали, что вы видите в этой картине. Какие цвета, где она может быть, где сфоткали, что у вас там сразу в мысли видится в этой картине. Brothers and sisters, please, I want you to take a few seconds, few moments to look at this picture and let me know, think about what do you see in this photo? Where was it taken? The colors, the lighting, what time of day? Just a few little details. What do you see when you first look at this photo? И, братья, если можно, пожалуйста, следующий слайд показать. Если вы увидите, вот где этот белый квадрат, вы, может быть, сразу не заметили, но здесь есть маленький животный, который спрятался, как бы можно сказать, в этой картине. Brothers and sisters, you might see, how many of you observed the chameleon in the photo when you first looked at it? For those of you who are extremely confused, let's take another step back, and you can see that inside this photo, where there's so much going on, there seems to be a small little creature right there hidden inside that photo. And isn't it strange how this photo that's right in front of you, you're staring right at it, but you're still sometimes missing little details like that when you're looking directly at it? Well, that lack of observation is exactly what we're going to talk about this morning. I want us to look at Mark chapter 8, and we're going to look at a passage here, verses 11 through 21, and I want to read the whole passage first before we break it down and kind of look deeper into it. But keep in mind that this whole exchange in Mark happens right after a miracle. And this point, it's going to prove both ironic and important as we move forward. So again, Mark chapter 8, we'll start at verse 11 all the way through 21. And the Pharisees came out and began to argue with him, demanding from him a sign from heaven to test him. Sighing deeply in his spirit, he said, "Why does this generation demand a sign? Truly I say to you, no sign will be given to this generation." And leaving them, he again embarked and went away to the other side. And the disciples had forgotten to take bread and did not have more than one loaf in the boat with them. And he was giving orders to them, saying, "Watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." And they began to discuss with one another the fact that they had no bread. And Jesus, aware of this, said to them, "Why are you discussing the fact that you have no bread? Do you not yet comprehend or understand? Do you still have your heart hardened? Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? When I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets full of broken pieces you picked up?" They said to him, 12. "When I broke the 7 for the 4,000, how many large baskets full of broken pieces did you pick up?" And they said to him, 7. And he was saying to them, "Do you not yet understand?" In these sequential stories that we read in this passage, we see two different groups of people that are mentioned here. The Pharisees and the disciples. And we also see that both groups shared the same problem. Simply put, their problem was that they can't see what Jesus is doing right in front of their eyes. Jesus had proven time and time again that he is who he said he was. He said that he was and is, in fact, the promised Messiah, the Son of God, and the Redeemer of all things. And yet, like the chameleon in our exercise that we had a few minutes ago, they didn't see it, at least not fully. However, although the Pharisees and Jesus' disciple had the same observation problem, they had different reasons behind that problem. And that's what I want us to focus on this morning. Let's look at the Pharisees' reason first. Jumping back to Mark chapter 8, verse 11, the first verse. "And the Pharisees came out and began to argue with him, demanding from him a sign from heaven to test him." The Pharisees approached Jesus demanding that he perform a miraculous sign as if he was some sort of just miracle vending machine that one after another he does as you command.
And they did this because they wanted him to prove his divinity to them. But remember what I just said. Jesus had already proven that he is who he says he is time and time again. In fact, here's some of what we see so far that happens previously in the Gospel of Mark. Jesus has already, up until this point, healed a leper, he healed a paralytic, he healed a blind man, he walked on water during a severe storm, he calmed the storm by speaking to it, he resurrected a dead girl, and he healed a woman with a lifelong ailment. He fed thousands of people by miraculously multiplying a small amount of bread twice. And the list goes on and on and on. And in fact, the story that we're looking at happened directly after the miraculous feeding of over 4,000 people. This passage of scripture, this questioning, happens right after he performs this miracle. So Jesus had performed plenty of miracles already, and he literally had just performed another one, and still the Pharisees had the audacity to demand another sign. It seems ridiculous, doesn't it, to make a request like that? Well, apparently Jesus saw it because he responded with this. Verses 12 and 13, sighing deeply in his spirit, he said, "Why does this generation demand a sign? Truly I say to you, no sign will be given to this generation." And leaving them, he said, he again embarked and went away to the other side. The reason Jesus didn't bother with yet another sign is because he knows the truth. And he knew that the truth is the Pharisees were unwilling to see what Jesus was doing. The Pharisees were unwilling to accept the miracles that he was performing. Jesus could have performed hundreds of miracles and it wouldn't have mattered to them because the Pharisees were just unwilling to see what was right in front of their eyes. And I would argue that sometimes this Pharisee problem is still alive and very much alive today. I think many people don't believe in Jesus simply because they are unwilling to open their eyes and observe. There is a lot of evidence for God's existence all around us if we just take the time to look. I mean, take creation, for instance. The beauty of creation points to good and wise creator in God. A case in point, I would encourage you after our morning service this morning just to Google some of these images and take a look at just how beautiful and detailed these creations are that God created. Rainbow Mountains of China in the National Geopark. There are actual, real, physical, rainbow-colored mountains that God had created. I didn't even know that before I was starting to prepare for this message. Another example is Iceland's blue lagoons. I know that there's some of you that have even been there and experienced those blue lagoons that they have in Iceland, and I think that you could vouch for how tremendous and picturesque and beautiful those places are. One more example is the Iguazu Falls in Argentina. This picture is so beautiful, it almost looks fake, like it's photoshopped, like it's some sort of image that comes from some sort of make-believe land. I mean, do you really think that this level of beauty, this level of detail in creation could just have sparked from some sort of random burst in the universe or some big bang that must have happened? Not a chance. And if you're looking for evidence of God, all of creation around us just screams, "Here is your sign." And of course, creation isn't the only sign that we see that we have an all-powerful and personal God who exists. There's stories of life change that we hear about all the time, answered prayers that we experience every day, and miraculous healings that all reinforce this truth about our God. But, and it's a big but, if you aren't willing to believe, you will overlook or discredit even the most obvious signs of God. Some of you maybe find yourself doing this. Despite the evidence pointing to God, do you find yourself overlooking and discrediting it? All I ask
if you find yourself in that position, is that you're willing to look and observe. Because if you do, you may find that you missed something that was right in front of you all along. And now with all of that said, we still have one more group to look at out of this passage of scripture, and that's the disciples. Remember, they had the same problem as the Pharisees. They couldn't see what Jesus was doing right in front of their eyes, but they had a different reason behind it. Let's go back into Mark chapter 8 and read verses 14 to 18. And the disciples had forgotten to take bread and did not have more than one loaf in the boat with them. And he was giving orders to them, saying, "Watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." And they began to discuss with one another the fact that they had no bread. And Jesus, aware of this, said to them, "Why are you discussing the fact that you have no bread? Do you not yet comprehend or understand? Do you still have your heart hardened? Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember?" So Jesus had just shrugged off the Pharisees' request for a sign prior to these verses. And he decided that this was a great time to do a little bit of discipleship on the boat by teaching his disciples about what not to do. And he was, you know, something along the lines of, make sure that you don't act like the Pharisees are acting, demanding signs, being slow to believe, testing God, and so forth. This was a great learning opportunity for Jesus' disciples, but they were too distracted by the growling in their stomach. I mean, can we relate to that sometimes? Maybe we sit here in the morning and Jesus has prepared a message for us to receive, but we are too distracted by what we're going to do at 12:30 once service ends, where we're going to go, how we're going to fulfill that desire. All they could think about, the disciples, was that one loaf of bread and how were they all going to eat and be full. You know, that was about as ridiculous as the Pharisees were in demanding a sign, given that Jesus had just literally miraculously fed 4,000 people with 7 loaves of bread. All that I'm saying here is that I don't think I would be too worried about the food situation if I were the disciples. Now, Jesus' disciples are willing to listen to Jesus. They're following after him after all. But here's the issue. The disciples are inattentive to what Jesus was doing. Or you could say they were a bit too distracted over what Jesus was doing. In other words, they weren't paying attention. It's as simple as that. If the disciples would have stopped and just for a second paid the least bit of attention to what just happened, they could have learned something from Jesus and calmed their worries about dinner that day. But they were inattentive to what Jesus was doing and saying. Does anyone here relate with that struggle? I would guess many of us fall into this category a lot of times. Unlike the Pharisees, we are willing to see the work of Jesus and we believe the words of Jesus, but we are too distracted to fully take it to heart. Concerning seeing, we have so many opportunities each day to see God moving and to praise him in it. From the bright blue sky that covers us in the morning when we wake up, to the friendships that we make that keep us going, to the necessary things that God provides to us day in and day out, we have so many things to see that we can see that God is moving in our lives and he's providing for us and he's taking care of us. These are gifts from God, and the wider we open our eyes, the more we will see that truth. Concerning hearing, let me use this analogy. Do any of you have a friend or know of someone who is seemingly incapable of using their inside voice? You know, I have a few that come to mind. And you know, it's that friend whose volume is always turned up to 11. They don't know how to talk in a whisper. The friend that you know not to sit by in church or in a meeting because you know that whispering is an impossible task for them. Yeah, we all have a friend or someone that we know like that, or we are that friend or that someone that someone knows like that.
But God is not like that. He has both an outside voice and an inside voice, and he uses both. For instance, Psalm 29, it says that God's voice can break cedars and shake the wilderness. That's how powerful it can be. But in Hosea 2:14, God says he will speak tenderly to his people. However, even though God has both and uses both, I would argue that he uses his inside voice more often than not. But we will only hear it if we remove the distractions, quiet our lives, and lean in to listen to it. Because when you stop and get silent, you can see the hand of God and hear the voice of God in your life. The Old Testament prophet Elijah learned this during a difficult season of his life. At one point in his life, he had publicly a problem with a bunch of false prophets and found himself on the run from a revenge-hungry evil queen. And at some point during this chase, Elijah stopped to rest, and in his exhaustion, he expressed his despair, fear, and loneliness to God. So God told Elijah to get up from the dusty floor of the cave that he was camping in at that moment and to stand on the mountain in the Lord's presence. And let's see what happens here as we read this story in 1 Kings chapter 19, verses 11 to 13. So he said, "Go out and stand on the mountain before the Lord." And behold, the Lord was passing by, and a great and powerful wind was tearing out the mountains and breaking the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a sound of a gentle blowing. When Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood in the entrance of the cave. And behold, a voice came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" This probably would have been a terrifying moment if we read to be put in that place. I mean, think about it. God was telling Elijah, "Hey, Elijah, come outside," and then proceeded to shatter the mountain with hurricane force winds, shaking the earth with a powerful earthquake and starting a raging fire. At this point, if I put myself in Elijah's shoes, I think that he's probably going like, "You know what? As far as caves go, I don't have too bad of a setup where I'm in right now, so I think I'm going to stay here if that's all right with you." But this is also a surprising moment because despite all the commotion and noise outside that's going on, God chose to speak to Elijah in a soft whisper. Could it be that God is trying to speak to you as well? What if God wants to give you direction or remind you of who you are or give you a purpose to advance his kingdom, but the static of your life, the static of the busyness that you're going through is drowning out his voice? I don't ask these questions to incite some sort of guilt or condemnation in you. I say all of this because I think sometimes we are missing out, especially us, in the culture that we live in. We're missing out on the movement and miracles of God around us and in us all the time. But maybe instead of beating yourself up, you can excite yourself up for what God might show you and speak to you this week. In fact, as I end off this message, I want to leave you with a practical way to practice this in your own life. Every time throughout the following week, when you see evidence of God working in your life, I encourage you to write it down on a piece of paper, on some sort of sticky note, and stick it in some sort of jar, in some sort of box, in your glove department, in your car. And every time you see some sort of evidence of God, write it down and stick it somewhere. Or if you're still too busy to write it down, create a new notes tab on your phone, and every time you see evidence of God, put it in your notes. If God answers a prayer request, you put it down. If a strained friendship in your life begins to heal, you put it down.
If someone asks you about your faith and it gives you an opportunity to share God's gospel, you put it down. If you're stuck, you know, in the morning in the coffee line to get your coffee from Starbucks, Caribou, wherever it may be, and the person in front of you paid for your drink, you write it down. Whenever you see any sort of evidence of God, put it down, and at the end of the week, look at it and see how many times that in your daily life you miss the presence of God. God is working far more in our lives than we even realize. But we, like the Pharisees and Jesus' disciples, sometimes are either unwilling to see it or most of the time too distracted to see it. Still, if we begin to take notice of these things, our faith will grow as a result. So do you need a miraculous sign to believe in God? Probably not. Do you need to audibly hear God's voice boom from the sky like a loud trumpet sound? I don't think so. But if you open your eyes and ears, you will hear God's soft whisper and see moments throughout your week where Jesus is pointing and saying, "Here's your sign." Дорогая церковь, сегодня было напоминание из Слова Божия обратить внимание на дело Божие в нашей жизни. Мы смотрели на две разные группы людей, которые не были внимательны за чудесами Бога, которые происходили прямо перед их глазами. Мы смотрели на фарисеи и на ученики. Оба не были внимательны по разному причине. Фарисеи, сколько бы им не показывали разных чудеса, они не желали принять этого. Иногда мы можем быть такими. Бог попытается исправить что-то в нашей жизни, показать нам, где нам надо исправиться, что мы ошибаемся, но мы не желаем этого слышать иногда. А ученики, они тоже были невнимательны, чтобы увидеть чудо Иисуса. Увидев, как Иисус накормил так много людей таким небольшим количеством еды, они все еще были отвлечены своим голодом и тем, как они все будут кушать. Мы читаем их и думаем, как они бы могли так поступать после того, как увидят такое чудеса, что Бог делал. Но чаще всего мы также невнимательны в нашей жизни и не видим те чудеса, которые Бог делает в нашей жизни в каждый день, в каждом моменте. Я бы хотел просто нас вдохновить, чтобы быть внимательным то, что Бог делает в нашей жизни в каждый день, и благодарить Его за это каждый день. Давайте помолимся. Thank you.
Heavenly Father, I join my brothers and sisters in prayer this morning, and I want to express my gratitude, Lord, for all that you do in our lives, Father, for the reminders that we get in your living word, Lord, that teach us how to live our lives and show us how we should correct our lives, Father. Lord, I ask that you forgive me, Father, when I get consumed in points of my life, Lord, where things get so busy and it seems like I just have too much time to do everything else but notice all the things that you do in my life, Lord. Father, I pray that you help us to take example from both the Pharisees and the disciples, Lord, especially the disciples, Father, as we can be those who are following you day in our lives, day in and day out, every day be presumably doing something for you, Lord, but not noticing the things that you're doing for us, Father, and even at times maybe questioning the things that we don't see, Father. Give us an understanding for the miracles that you do in our lives every day, Lord. Help us to be grateful and help us to realize, Father, that you do provide for us all that we need, that you take care of your people, Lord. I pray that you bless the remainder of this morning's service, that you continue to open our hearts to receive the word that you've prepared for us today, Father, and help us to not be distracted by things of this world, that during this time we can put all of that away for a few hours, Lord, in order to receive a word from you. All this I pray and ask in your heavenly name, in Jesus' name, amen.
рак, может, какие-то другие болезни. Помните, что церковь молится за вас. Мы приносим вас на руках молитвы, и вы очень дороги и любезны для всей церкви, и мы вместе с вами переживаем ваши болезни. Никто не оставлен и не забыт. Мы также будем молиться за церкви и за тех, кто несут служение, миссионерское служение. Будем молиться за них. Также у нас есть благодарность, семья Сергея Ивановича Кобивника благодарит за то, что Господь благословил операцию, и Виктория, которые делали операцию, все было благополучно, все хорошо. Сейчас ей надо пройти процесс, где она будет восстанавливаться. Мы будем молиться также за нее. И у нас также есть и благодарности. На этой неделе вот Сергей Селюков и Эльвира Селюкова стали дедушкой и бабушкой. У Эммы и у Димы родился ребенок. Также семье Овод родилась дочь, у Эммы родился сын с Димой. Мы вас поздравляем сердечно и будем молиться, и благословение вам всем. И сейчас мы с вами встанем, совершим молитву, чтобы Господь благословил и материальное служение, и благословил те просьбы, о которых мы будем молиться, и наше хождение перед Богом. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что, находясь в молитвенном доме, Ты позволяешь нам склоняться перед Тобой с нашими просьбами и нуждами. Прежде всего, мы хотим помолиться, Господи, за тех братьев, сестер наших, кто проходит через болезни, которым нелегко, которые физически испытывают недомогание, которые физически испытывают слабость, трудность, и не знают, почему и как долго еще это продлится, Господь, но мы приходим к Тебе и в Твои любящие, пронзенные руки предаем наших братьев и сестер. Потому что Ты наш врач, Ты наш добрый пастырь, Ты знаешь, как излечить каждого из нас. Господи, мы сегодня приносим на руках молитвы те души, которые проходят через военные трудности, где нету мира, где разрушены дома, где дома наполнены скорбью, где люди ищут Тебя в таких тяжелых обстоятельствах. Мы просим, чтобы они нашли Тебя, нашли спасение для своих душ. Особенно молитвы наши за тех, Господи, кто веровал в Тебя, Господи, и сегодня, может, находится в рассеянии. Мы просим Тебя, чтобы Ты каждого из них поддержал, помог, чтобы, проходя через даже такие тяжелые времена нашей жизни, Господи, мы не пытались уходить в политику, а приходить к Тебе, к нашему Богу, который царствует. Даже когда непонятно всему миру, почему так происходит, мы приходим к Тебе, потому что знаем, что без Тебя и волос головы не упадет. Поэтому приходим к Тебе, чтобы Ты благословил братьев, сестер, которые страждут, которые испытывают трудности, переживания, скорби, которые смиряются перед Тобой и просят милости и пощады. Услышь молитву церкви и пошли помощь Твою. Господи, благослови всю нашу церковь. Мы благодарим за Викторию, то, что прошла операция благополучно. Мы радуемся вместе с семьей Селюковых, вот, с семьей Кузьмич за рождение сына. Мы радуемся вместе с семьей Ова за рождение дочери, Господь. И мы просим, благослови всю нашу церковь, благослови наше хождение при Тобой. И это материальное служение благослови, чтобы каждый цент, который мы отдаем во славу Тебе, был использован. Да будет Тебе слава за все, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Мы, стоя вместе, будем с вами петь общим пением «Твердо я верю». Лишь я буду без дождя.
Легкий ветер, как
заснул со леса моего. Но Господь, это Ты, я узнал. О мой Бог, как найти Тебя, как испытать всю благость Твою. Дай мне крылья любви, что пронзать облака, с тобою быть вечно в раю. Дай мне крылья любви, что пронзать облака, и с тобою быть вечно в раю.
Христос воскрес! Вы когда-то слышали такое выражение, что Евангелие одновременно и очень просто, и непостижимо глубоко? Я сегодня хочу обратить внимание как раз на один из таких евангельских принципов, который одновременно и очень прост, и в то же время это очень глубокая истина. Этот принцип неоднократно показан в Новом Завете. Давайте обратим на это внимание сегодня. Я хочу прочитать текст из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 4 по 6 стихи. Я хочу попросить вас подняться, мы выслушаем те слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4, 5 и 6 стихи. Христос говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Аминь. Пожалуйста, занимайте ваши места. Союз со Христом. Так называется моя проповедь, и это истина, которую я хочу отметить в прочитанном тексте. Иисус говорит о пребывании в Нем. Нам знаком этот текст, и многие верующие хорошо знают эту главу, 15 главу Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит о том, что Он виноградная лоза, Он называет Себя виноградной лозой, Он называет учеников Своих ветвями, которые пребывают на Нем, и Он призывает учеников пребывать в Нем, в Иисусе Христе. Хочу сразу отметить, что многие богословы, многие исследователи Писания говорят о том, что союз со Христом – это большая тайна, или, скажем так, великая тайна союза со Христом. То есть тайна в смысле, что это определенное откровение, что это определенное таинство. И хочу сказать, вот даже некоторые богословы называли это таким термином латинским «unio mystica», то есть это тайный или мистический союз. Апостол Павел часто пишет в своих посланиях, ну, скажем так, несколько раз упоминает в своих посланиях, особенно в послании к Ефесянам, он несколько раз упоминает вот такое выражение «тайна». Например, в 5 главе послания к Ефесянам он говорит, когда он говорит об отношениях между мужем и женой, он говорит в 31 и 32 стихе 5 главы такие слова: «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Тайна сия велика, говорит он, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То есть союз Христа и церкви есть таинство, которое говорит о глубоком соединении Христа со своим народом. Итак, я хочу пригласить вас к рассуждению на эту тему. Интересно, что когда мы смотрим в Писание, мы видим многогранность этого понимания, мы видим, что есть некоторые грани вот этой реальности, что союз со Христом показан в разных аспектах. В Новом Завете достаточно много говорится об этом. В начале проповеди мы прочитали текст из 15 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит о том, что ученики должны пребывать в Нем. Мы читаем это, кстати, не только в 15 главе Евангелия от Иоанна, но и в других текстах. Главу до этого, 14 главе, 20 стихе Иисус Христос говорит: «В тот день узнаете вы». А какой день? Он говорит о дне, когда Он даст Святого Духа, когда Дух Святой будет дан ученикам. Он говорит: «В тот день узнаете вы», послушайте внимательно, «что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Очень интересно вот эти слова. Посмотрите, не только в 15 главе Христос призывает пребывать в Нем, но Он говорит, что «Я в Отце, вы во Мне, и Я в вас». Очень интересно, чуть дальше, в этом же Евангелии, в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 23 стих, Христос молится, это первосвященническая молитва Иисуса, и в молитве Он говорит такие слова: «Я в них, и ты во Мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Посмотрите, для того, чтобы объяснить эту идею, Христос использует две аналогии. Он использует два таких сравнения или два вот таких вот учительных момента для того, чтобы объяснить смысл союза со Христом. Ну, например, в 17 главе, в 14 главе Христос говорит, что
ученики или последователи его могут быть в нем точно так же, как он находится в союзе со своим отцом. Вы когда-то думали об этом? Мы говорим и мы понимаем, и Иисус Христос, особенно в Евангелии от Иоанна, очень часто говорит о том, что он с отцом одно. Вспомните, сколько раз Иоанн отмечает этот факт, когда Иисус говорит: «Я и Отец одно». Отец все открывает через меня, или Отец делает, если я говорю то, что слышал и видел у Отца. И вот в данном случае, посмотрите, в этих текстах Иисус говорит, что точно так же, как Он в Отце, точно так же мы можем находиться в Нем. Насколько велика реальность отношений верующего со Христом? Точно так же, как Отец и Сын соединены, точно так же верующий входит в союз со Христом. Вторая аналогия, мы читали в 15 главе, это сравнение или вот это пример лозы и ветвей. Точно так же, как ветви находятся на лозе, мы находимся во Христе. В 15 главе Евангелия от Иоанна, в первых 11 стихах, Иисус очень четко объясняет смысл значения этого принципа. Иисус – это лоза, на которой привиты ветви. Привиты ветви, то есть ученики, последователи Иисуса Христа привиты на лозу. Учитель конкретно и просто объясняет, что означает этот принцип и как это работает, хотя глубину всего этого нам трудно постичь. Отец, виноградарь, прививает верующего на лозу, на Христа. Как это происходит? Это происходит по вере. Посмотрите, опять же, в 14 главе, например, Иисус говорит такие слова с 10 стиха. «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. Если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Итак, Иисус показывает, что через веру человек может присоединиться к этой лозе, лозе Христу. Интересно, если мы смотрим на дальше немножко на вот эту 15 главу, мы видим несколько вот практических идей, что это значит. Ну, например, Христос показывает, что верующий человек, который пребывает в нем, должен быть послушен заповедям Иисуса Христа. Посмотрите, 7 стих 15 главы. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». То есть, кроме того, что мы находимся, мы должны быть послушными Иисусу Христу. Христос призывает пребывать в любви Его. Это в 9 стихе уже написано. Посмотрите, «как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». В данном случае показан принцип отношений между Христом и Его учениками и между учениками по отношению того, как в церкви главной силой должна быть любовь. Все в церкви Иисуса Христа должно быть построено на любви. Христос говорит: «Прибудьте в любви моей». Но еще один урок, который мы можем увидеть в этой 15 главе, в этой идее пребывания на лозе Христе – это должно быть покорное повиновение в процессе очистки ветвей. Небесный виноградарь, небесный Отец, написано, очищает. В английском языке есть такое выражение pruning, да, то есть он очищает, отрезает, точно так же, как весной, до наступления теплых дней, когда еще морозы. Виноградарь очищает или отрезает некоторые ветки. Для чего? Какой смысл в этом? Смысл в том, чтобы больше плода принести. Вот точно так же Господь поступает. Господь поступает, Отец Небесный поступает и делает это. Иногда это неудобно, иногда это неприятно, но Отец Небесный очищает таким образом. Дорогой христианин, вот эти слова Христа о пребывании в Нем, о пребывании с Ним, если ты веришь в Иисуса Христа, если ты уверовал в Него, знаешь ли ты, что ты находишься в союзе со Христом? Понимаешь ли ты ценность этого дара? Я хочу пойти немножко дальше. Это еще не все. То, что мы говорили, слова Христа глубокие, значительные, много могут нам сказать и показать. Я хочу пойти немножко дальше, посмотреть на то, что делает или как учит апостол Павел. Писание открывает еще другие аспекты союза со Христом, и апостол Павел много говорит об этом. Кстати,
Многие отмечают, что для Павла это один из самых любимых аспектов его проповеди или его посланий. Очень интересно, что апостол Павел использует очень простые слова, очень простую фразу, которая состоит всего лишь из двух слов для того, чтобы сказать об этом. Апостол Павел говорит простое выражение «во Христе». Во Христе. И Павел этим объясняет вот отношение Христа и учеников Его, или последователей Его, или, скажем так, истинных детей Божьих во Христе. Я хочу сказать, что когда мы думаем об этом, когда мы понимаем это, когда Павел очень часто использует это выражение во Христе, это как будто бы верующий человек погружается в какую-то сферу. Я говорю эти слова, и, возможно, вам это напоминает крещение. Когда в крещении люди погружаются в воду. Вот подобным образом во Христе это означает, что я, как верующий человек, погружаюсь в океан любви под названием Иисус Христос. Я нахожусь в Нем. Я в Нем. Я хочу просто перечислить несколько текстов, которые говорит апостол Павел, и показать, что он имеет в виду. Посмотрите, что это нам дает, вот когда вот мы говорим во Христе, или что Павел показывает, что мы имеем во Христе. Ну, первое, мы имеем благодать во Христе еще до сотворения мира. 2 Тимофея 1:9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Кроме благодати во Христе до сотворения мира, мы имеем еще прощение во Христе. Римлянам, Ефесянам 4:32, «Но будьте друг к другу добры и сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы имеем еще искупление во Христе, Римлянам 3:24, «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Тот же Павел говорит о том, что тем, кто находится во Христе Иисусе, нет осуждения. Это Римлянам 8 глава 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Мы имеем освящение во Христе. 1 Коринфянам 1:2. «Церкви Божией, находящимся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа». Еще во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, написано о том, что новое творение и новая жизнь во Христе. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Что мы еще имеем? Апостол Павел говорит о том, что никто не может отлучить от любви Божией тех, кто находится во Христе. Римлянам 8:39. «Ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Как вы думаете, это много? Это еще не все. Мы продолжаем. Мы имеем еще примирение во Христе. Посмотрите 2 Коринфянам 5:19. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Что еще? Мы имеем свободу во Христе. Галатам 2:4. «Оправившимся лжебратьям, скрытно приходившим, подсмотреть за нашей свободой, которую мы имеем во Христе Иисусе». Что еще? Мы имеем небесное наследство и славу во Христе. Ефесянам 2:6. «Воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Посмотрите, Павел говорит, не посадит когда-то, уже это сделал. Во Христе. Когда ты находишься во Христе, даже то, что еще не произошло, оно уже тебе доступно. Оно уже потенциально твое. Оно уже, можно сказать, авансом твое, потому что Христос это имеет, и во Христе тебе дарованы все эти обетования. Что еще? Во Христе Иисусе у нас есть предназначение, цель творить добрые дела во Христе. Ефесянам 2:10. «Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы еще имеем обещание воскресения во Христе. 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Еще очень интересный вот такой вот момент – мы читаем в Писании, что мертвый во Христе воскреснут, 1 Фессалоникийцам 4:16, «потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Вы обращали внимание когда-то вот на эту фразу? Ну, мы понимаем, когда человек живой,
когда он верует, когда он практически как-то молится Иисусу Христу, когда он читает Писание, когда он находится, ну, скажем так, в активной христианской жизни, окей, можно назвать его во Христе, а когда он умирает, как он может быть во Христе? Посмотрите, Писание показывает нам, что даже мертвые могут быть во Христе. Те, которые веруют в Иисуса Христа, даже проходя через смерть, они не исчезают просто куда-то. Бог знает их, Бог помнит их. И я надеюсь, что для тех людей, которые переживают разлуку с близкими, это утешение. Что даже мертвые, которые умирают, они во Христе. Смотрите, для Бога они все живы, потому что во Христе. Еще мы читаем о том, что члены тела Христова, церковь Его, они во Христе. Римлянам 12:5. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Что еще? Между верующими людьми в церкви есть определенная близость отношений. Ефесянам 2:13. А теперь во Христе Иисусе. Вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Последнее, то, что я упомяну, то, что мы имеем жизнь вечную во Христе. 2 Тимофею 1:1. Павел, волю Божию, апостола Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе. Я надеюсь, что этого достаточно для того, чтобы сказать, да, Писание много говорит об этом, и да, это, братья и сестры, это не все. Я просто выборочно несколько вот таких вот моментов выбрал для того, чтобы показать, что очень много сказано вот именно об этих отношениях, об отношениях союза со Христом, об этом состоянии во Христе. Я, кстати, хочу призвать вас, чтобы вы размышляли об этом, чтобы даже когда я закончу, я недолго еще буду говорить, и сейчас заканчивается скоро моя проповедь, я хотел бы побудить вас, чтобы с этого времени попробуйте читать Библию вот с этой позиции, когда вот вы читаете, у вас где-то здесь есть такая мысль, вот что я могу узнать о том, что значит быть во Христе, что Библия говорит об этом, и вы увидите очень-очень много. Я хотел бы обратить внимание на некоторые бенефиты и благословения, которые есть у верующего человека во Христе, которые есть у верующего человека благодаря союзу со Христом. Я хочу обратить внимание на три главных вывода, которые мы можем увидеть из реальности вот этого союза со Христом. Ну, первое, если ты Божье дитя, ты никогда не одинок. Если ты Божье дитя, ты никогда не одинок. Даже если у тебя нет родных и близких рядом с тобой, ты не одинок. Даже если у тебя нет друзей, ты не одинок. Если ты имеешь Иисуса Христа, если ты во Христе, если ты в союзе с Ним, ты не одинок. Мы иногда молимся и в молитве просим, чтобы Бог был или пребыл с нами. Когда-то у вас такое было? У меня было. Господи, благослови нас и будь с нами. Знаете, это неправильная молитва. Если ты и я во Христе, Он с нами, и Он никуда не делся. Это мы, может, не ощущаем Его, это мы, может, закрыли глаза свои или не видим Его присутствие с нами. Но тогда, когда ты в союзе со Христом, Бог не оставляет тебя. Ты находишься во Христе. Это не значит, что Он куда-то ушел. Он с тобой. Если ты не всегда ощущаешь Его присутствие, молись, чтобы Бог показал тебе свое присутствие даже тогда, когда ты проходишь через трудности и переживания. Второе, если ты следуешь за Христом, Он знает все то, через что ты проходишь. Причем Христос не просто видит твои обстоятельства, не просто видит твои трудности или ждет, пока ты сообщишь Ему о своих трудностях, о своих переживаниях. Дух Святой, написано в Писании, который живет в тебе, Он ходатайствует за тебя и молится вместе с тобой. Помните то, что написано в послании к Римлянам, 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Когда ты обращаешься ко Христу, Он не игнорирует тебя, но слышит твои молитвы. Послание к Евреям, 4 глава, с 15 стиха написано так. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому... Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.
Когда ты во Христе, когда ты со Христом, ты должен, можешь быть уверен, что Он знает все то, через что ты проходишь. И еще одно благословение, еще один бенефит, который мы имеем от союза со Христом. Если ты во Христе, то Дух Святой постоянно трудится над тобой. Дух Святой открывает тебе смысл Божьего Слова, Дух Святой обличает тебя во грехе, Дух Святой освящает тебя, Дух Святой наделяет тебя дарами для служения, Дух Святой ходатайствует за тебя, Дух Святой свидетельствует тебе, что ты дитя Божье. Это все работа Духа Святого. Дух Святой постоянно проводит свою работу в тебе. Цени то, что ты можешь быть во Христе. Пребывай во Христе. Очень интересно, что в тексте, который мы прочитали в самом начале, Христос не только говорит о благословении пребывания в Нем, но Он предупреждает об опасности ухода от Него. Посмотрите, давайте прочитаем Иоанна 15 глава 5 и 6 стихи. «Я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви засохнет, а такие ветви собирает и бросает в огонь». И они сгорают. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы, наверное, самое главное, что мы сегодня можем взять для себя, было следующее. Когда мы веруем в Иисуса Христа, мы не просто получаем и не только получаем спасение от ада. Это всего лишь одно, что мы имеем. Мы получаем гораздо больше. Когда мы веруем в Иисуса Христа, когда мы принимаем Его в сердце свое, мы получаем особые отношения с Богом, мы становимся частью семьи Его. Пусть эта тема побудет вас думать о смысле и значении союза со Христом. Пусть ваши размышления побуждают вас к благодарности. Пусть сегодня найдется несколько человек, которые в коротких молитвах могли бы прославить Господа за то, что мы можем быть в союзе со Христом, что мы можем иметь вот такие особенные отношения с Ним. Возможно, вы слышите то, что я говорю сегодня, и у вас где-то рождается вопрос. Хорошо, это здорово иметь особые отношения со Христом, это здорово быть в союзе с Ним, но каким образом войти в союз со Христом? Как заключить этот союз? Я хочу сказать тем, кто, может быть, не уверен в том, что он в союзе со Христом или во Христе. Я хочу пригласить тебя сегодня вступить в союз со Христом. Это очень просто. Тебе не нужно долгих заявлений. Тебе не нужно заполнять бумаги и ждать годами решения твоей участи, как люди ожидают, например, гражданства или еще чего-то здесь на земле. Тебе не нужен бэкграунд-чек. Бог и так все знает о тебе. Тебе просто надо обратиться ко Христу. Тебе надо попросить Христа с верой поселиться в сердце твоем и жить в тебе. Послание к Ефесянам, 3 глава, 17 стих написано так. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот оно. Самое главное – вера, что Иисус Христос есть твой Спаситель. Что Иисус Христос есть твой Господь, и Он хочет быть твоим Господом. Хочешь ли ты этого? Хочешь ли ты принять Его и последовать за Ним? И я приглашаю тебя сегодня, прими Его и войди в эти особые отношения с Ним, с Господом Иисусом Христом. Аминь. Давайте помолимся.
спасение. Благодарю Тебя, что Ты поселился в мое сердце, Господи. Помоги, чтобы этот союз с Тобою был вечен до дня пришествия Твоего. Помоги бодрствовать, трезвиться, ожидать Тебя во всякое время. Хвала Тебе, Тебе единому истинному Богу, и после Тобой Иисусу Христу. Аминь. Великий Господь наш Бог, мы от всей души хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты приглашаешь каждого человека вступить в особые отношения с Тобой. Ты умер за грехи наши, и Ты даешь спасение от грехов, прощение, жизнь вечную, спасение от ада. И это здорово, и это замечательно, и это прекрасно. И за это мы очень благодарны. Но кроме этого, Ты даешь несравненно больше, Ты даешь гораздо больше. И это прежде всего особые отношения с Тобой, это породнение с Тобой. Господи, мы до конца не можем постичь весь смысл и все значение того, о чем, что имеется в виду в Писании, когда говорится об этом. Мы верим, что это действительно так. Мы верим, Иисус, что Ты хочешь, чтобы мы пребывали в Тебе, чтобы мы были в Тебе. Ты обещаешь, что верующий в Тебя уже пребывает в Тебе. Помоги нам, Господи, быть в Тебе, находиться в Тебе по-настоящему, чтобы это было не просто какой-то теорией, но практически, чтобы мы ощущали Твое присутствие постоянно, чтобы мы стремились к этому. Благослови каждого верующего человека, благослови всех детей Твоих для того, чтобы вот эта глубокая истина на самом деле жила в нас. А тех, кто еще не обратился к Тебе, тех, кто еще далеко от Тебя, Господи, молим Тебя, побуди. Побуди принять Тебя всем сердцем своим, идти за Тобой, любить Тебя и жить с Тобой. Благодарим Тебя, Господи, за все благословения Твои. Благодарим Тебя, Боже, за то, что нас, которые когда-то были далеко, Ты через свою жертву, через кровь пролитую смог сделать частью Твоей семьи. Честь и поклонение Тебе пусть будет во веки веков Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Thank you.
земле, где морозы царят.
Слава Господу! И надеюсь, если мы похвалим наш оркестр, вы не возгордитесь, но слава Богу за ваше участие. Было приятно сегодня вместе с вами прославлять Господа и благословение вам. Наше богослужение подошло к концу, и у нас есть несколько объявлений. Я хотел бы спросить, если у нас есть сегодня на нашем богослужении гости, которые хотели бы передать привет. Пожалуйста. Принимаем. Еще есть, братья и сестры? Привет. Принимаем. Вас приветствуем. Рады видеть вместе с нами. Мы, пожалуйста. Принимаем. Откуда? Флорида, вообще недалеко. Такому сердечно принимаем все приветы. Когда будете ехать, писать, звонить, пожалуйста, самый теплый, горячий привет от нашей церкви с Миннесоты. Вот. Хотелось бы несколько объявлений. Сейчас у нас после молитв будет общее пение. Во время общего пения оркестранты, тем, которым срочно надо унести ваши инструменты, вы можете это сделать во время общего пения. И после общего пения у нас будет членское собрание. Поэтому если есть не члены церкви Вифания, мы, конечно, не хотим с вами расставаться еще, но хотелось бы, чтобы во время общего пения, когда мы будем петь, чтобы все, кто не члены церкви Вифания, могли оставить нас на несколько минут, мы проведем членское собрание. Некоторые объявления. В этот понедельник будут похороны в семье Бабинчук, и мы вместе с вами скорбим и приносим наши соболезнования. Они попросили, чтобы родственники здесь соберутся в 9 часов. Остальные все братья и сестры могут прийти к 10 часам. Поэтому завтра будет похоронное богослужение в 10 часов. Также есть несколько объявлений, которые хотелось бы объявить. И Сергей Иванович просил сделать следующее объявление. Те, кто хотят потрудиться в летнем лагере, пожалуйста, пройдите в информационную комнату, и вы можете взять анкеты для того, чтобы заполнить, чтобы потрудиться вместе вот в летнем лагере. Также родители, если вы знаете, что ваши дети будут ехать в лагерь, пожалуйста, возьмите путевки, заполните, чтобы вы могли вовремя сдать. Они также находятся в этой комнате. В следующий четверг, 26 мая, подростки будут уезжать на конференцию в город Талса, штат Оклахома. И просьба привести всех подростков в 10 часов вечера в четверг. Значит, в 10 часов вечера в четверг, 26 мая, в церкви. Вернутся подростки домой в понедельник утром, 30 мая. Вот такое объявление. Если вдруг что-то непонятно, все вопросы к Сергею Ивановичу Кабивнику. Также просьба к молитве. Вот у нас есть такая просьба. Семья Касаван, Мирослав и Раиса, они уезжают в другой штат, на место жительства, постоянно уезжают туда, там будут жить. Поэтому они попросили, чтобы мы помолились за них. И думаю, что я ничто не пропустил. Если пропустил, скажите. На этом мы будем заканчивать наше богослужение. И вставши совершим молитву, и потом будем петь общим пением. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты наш любящий Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за то, что Ты внемлешь нуждам нашим. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты продлеваешь дни и часы нашей жизни здесь на земле. Мы благодарим Тебя за то, что в эти утренние часы мы пришли в молитвенный дом, чтобы помолиться Тебе и поклониться Тебе, и от сердца нашего воздать Тебе хвалу и благодарность. Мы благодарны сегодня за прекрасную музыку, которая не только радовала наш слух, но надеемся, что и прославляла Твое святое имя.
И мы просим, чтобы ты благословил весь оркестр, чтобы каждый из них, играя так красиво на музыкальных орудиях, жил так же красиво, чтобы наша жизнь была прославлением Твоего святого имени. Господи, благослови церковь Твою, каждого брата, сестру. Благослови, Господи, вот завтра похоронное служение в дом плача, Господи. Благослови всех родных, близких, утешь. Провожая в последний путь брата Василия, Господи, помоги нам помнить всегда, что мы здесь временны, что скоро и придет наш час, когда мы отойдем. И как хотелось бы, чтобы каждый из нас умирал во Христе. Благослови, Господи, чтобы мы, дети наши, подростки, молодежь, вся церковь наша, благоговея перед именем Твоим, ходили святы, непорочные, были чисты. Мы просим Тебя, Господи, за семью Касаван, чтобы Ты благословил их переезд в другой штат на постоянное место жительства. Благослови и пойди вместе с ними. Благослови, Господи, вот предстоящую поездку подростков, чтобы и эта поездка была благословением для них. И во всем пошли, Господи, Твое благословение и успех. Сейчас, когда мы будем расходиться от лиц друг друга, благослови и помоги всегда уповать на Тебя, искать Тебя и везде всегда видеть великую милость Твою. Тебе, Богу нашему, да будет честь, хвала и поклонение Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Дорогие, кто не члены церкви, с миром Божьим, а члены церкви, пожалуйста, останьтесь. Мы еще будем иметь членское собрание. Сейчас будем петь общим пением «Манит сердце мечтою». Сердце мечтою, высь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Она села родными, она села друзьями, дал нам новое имя, нас зовут крестьяне. Она села родными, она села друзьями, дал нам новое имя, нас зовут крестьяне. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали, Он прочует недуги, удаляет печали. Она села родными, она села друзьями, дал нам новое имя, нас зовут крестьяне. Она села родными, она села друзьями, дал нам новое имя, нас зовут крестьяне. Он дарует спасение, радость из веры и второе рождение, только искренне веруй. Она села родными, она села друзьями, дал нам новое имя, нас зовут крестьяне. Она села родными, она села друзьями, дал нам новое имя, нас зовут крестьяне. Дорогие братья и сестры, мы начинаем наше членское собрание, поэтому, пожалуйста,